Ульяновская область – опора души и державы. 19 января наш регион отмечает юбилей – 80 лет со дня своего основания. Поздравить область с праздником прибыл хор имени Пятницкого, депутаты, чиновники и ульяновские участницы шоу «Голос». Торжественное мероприятие, посвященное юбилейной дате, прошло во Дворце дружбы народов «Губернаторский». С поздравлениями к ульяновцам обратился Алексей Русских. За последние 80 лет наш регион прошел очень насыщенный путь. Но его история гораздо богаче и шире. Она восходит к Симбирскому уезду, существовавшему с середины 17 века. Я еще раз от всей души поздравляю вас и всех жителей Ульяновской области с юбилеем родного края. Желаю благополучия каждому району, городу и селу. Желаю успехов каждому коллективу. Желаю счастья каждой семье, каждому жителю области. С праздником вас, дорогие друзья! На праздничном собрании состоялся вынос государственного флага Российской Федерации и регионального флага Ордена Ленина. Губернатор Алексей Русских присвоил звание почетного гражданина Ульяновской области первому мэру Ульяновска Сергею Ермакову и посмертно народному учителю Российской Федерации Юрию Латышеву. Почетный знак и грамоту получила вдова Лидия Жуковская-Латышева. От имени семьи, от имени моей родной гимназии 44 ее выпускников, я выражаю искреннюю благодарность за высокую оценку труда Юрия Ивановича. Это человек-просветитель, это учитель учителей, это был наставник. Поздравительные адреса по случаю юбилея Ульяновской области прислали руководители соседних регионов. Их представители также прибыли на праздничный концерт. И, конечно, хочу быть богатым, счастливым и всегда прекрасным и процветанием всему народу Ульяновской области. Спасибо большое. Зрительный зал ДК «Губернаторский» был полон. Общественники, активисты и деятели различных сфер рассказали, что для них значит родной регион. Для меня ассоциируется область 69 годами прожитой в ней. Это моя малая, большая и вся моя родина. А другого места, где бы я жил, я не представляю. Мечтаю принести ей пользу и дожить до глубокой-глубокой старости именно на этой земле. В фойе развернулась экспозиция с основными направлениями Ульяновской области в год педагога и наставника. Работала выставка продажи, сделана в Ульяновской области. И фотовыставка «80 лет побед. Ульяновская область в архивных фотографиях». Эта выставка создавалась ровно год к юбилею Ульяновской области, к 80-летию. На выставке представлены, то есть, фотографии 15 фотографов наших ульяновских, которые предоставили фотографии. В честь юбилея Ульяновской области состоялась премьера песни «Ода Ульяновскому краю» от композитора, главного дирижера Ульяновского государственного оркестра «Губернаторский» Эдуарда Дядюры. Это было, конечно, необычно, потому что впервые в жизни я играл за роялем на сцене такого масштабного мероприятия, концерта, как 80-летие Ульяновской области. Это запоминающе, конечно, и это, в общем-то, государственный праздник, и я являлся автором этой музыки. Для меня это очень впечатляюще и запоминающе. Слова песни написала поэтесса и сценарист Элеонора Дядюра. «Ода Ульяновской области» родилась на одном дыхании. Обычно я пишу тексты долго для песен, а здесь получилось прямо вот от души. И мне показалось, что то, что нужно. Вот то, что я чувствовала к Ульяновской области, то я вот старалась выразить в тексте. Праздничную программу завершил концерт Русского народного хора имени Пятницкого. От всей души хочется поздравить всех жителей города Ульяновска с праздником, пожелать всего самого хорошего, доброго, чтобы в семьях царило добро, любовь, благополучие, ну а город ваш процветал и становился все краше и краше. Концертная программа хора имени Пятницкого «Лучшие за 111 лет» стала ярким творческим подарком к юбилею Ульяновской области. Валентина Никонова, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.